Всем привет, друзья! Для сегодняшней самоделки нам понадобится обрезок доски 20x120 и вот такой кусок направляющего профиля. Но на самом деле, как от доски, так и от профиля нам нужны будут всего лишь небольшие куски. Для чего для начала нанесем разметку, а потом напилим все это и насверлим отверстий. Кстати, сегодня для цели сверления у меня в мастерской появилась обновка. Это сверлильный станочек. И для этой самоделки важно сделать отверстие строго перпендикулярно. Можно и без станка сделать, но с ним проще. Кто следит за каналом, видел, что я в последнее время сверлил с помощью зеркала. Кому интересно как, то в комментах спрашивайте, и я обязательно отвечу. Ну а кто хочет посмотреть, что у меня за станок появился, то в описании оставлю ссылку на него. Так, что-то я много разговариваю, пожалуй, продолжу изготавливать самоделку, а вам желаю приятного просмотра.
По итогу получился самоцентрующийся кондуктор для сверления отверстий под мебельные шканты. И я видел подобное в заводском исполнении в интернете, и он стоит около $40. Это около 3000 рублей. Он, конечно, покруче самодельного, но мне, во-первых, он нужен на пару раз, хочу сделать детский стульчик со столиком. Во-вторых, делать его минут 10. И в-третьих, все делалось из отходов, и не потрачено на изготовление ни копейки. Так что я решил сделать сам. Тем более в интернете полно примеров, как его изготовить. И вот вам еще и мой пример. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. В комментариях напишите свои пару слов на этой идее и самоделке в целом. Спасибо за просмотр, желаю вам хорошего настроения. Пока-пока.